Сани бяши Могилевским. Мы познакомились в Крытой, когда я первый раз туда пришел. Вот. Очень дружили. Освободились, тоже вместе ездили, бомбили на Украине, там, по России, по Беларуси. Ну, дохуя сделал. А потом его вяжут. Вяжут, со стволом вяжут. Ну, он с под надзора свалил. И, короче, а я остаюсь на свободе. И прошло месяцев 5, и меня тоже вяжут пораньше. Я на себя беру ионные дела. Ну, короче, я сразу нихуя. Потом я писал долго, все, ионную делюгу, ствол, короче, я взял на себя и писал, что я заставил его свалить с поднадзора. Он был якобы мне должен, и я его вынудил свалить. Я ничего не получалось, я матери написал, а тогда как раз перестройка началась. И я говорю, если наймете хорошего адвоката, он поможет. Ну, тогда разбирались, боялись наглеть, тогда разбирались. И, короче, бяшу освобождают. И на меня эту ионную делюгу, ствол, а его освобождают. Я, получаю тогда дохуя еще кручусь. Факт того, что когда освободился, с бяшей встретились. И он со мной начинает есть в Калининград, туда в Казань, везде со мной. Короче, дохуя делов намолотили. А потом, когда повязали нас, я смотрю, бяша поплыл. Начал раскладывать. Показал все соники, где автомобили прятали. Позалаживал там в России все соники. И с поличным, считай, что нас начали вести. Мне, короче, дали 15, а ему 12. И он, главное, шел после суда, через полтора месяца умирает. Почки у него отказывают. Он умирает. Не мог до суда умереть. Короче. И все. А мне 15 уебали. Потом еще 2 года добавили. Вот и все. Вся моя дружба. Я-то верил охуительно в него, доверял ему как себе. Ну а так начал на меня сваливать все. Как у менты развели, наверное, били сильно. Короче, свои игры устраивали. Вот так у меня дружба с бяшей получилась.